Товарам из Таджикистана станет проще попасть на рынок Евросоюза. Республика внедряет систему зарегистрированных экспортеров. Для нас очень важно именно попасть на рынок Европы и быть конкурентоспособными. Да, то есть понятно, что мы работаем на рынке СНГ согласно другому совсем договору, да, и у нас есть преференции в этом плане. А что касается Европы, то здесь, конечно, намного все сложнее, да, и отдаленность Таджикистана сама, то есть, говорит о том, что нам просто необходимы вот эти шаги, чтобы попасть на рынок Европы с наибольшими преференциями. Теперь не нужно оформлять сертификат на каждую партию товара. Достаточно раз в год регистрироваться в системе. Предпринимателям необходимо зайти на сайт агентства по экспорту при правительстве Таджикистана и получить код. Тогда товары освобождаются от налогов и сборов, а экспортеры получают дополнительные льготы.